Друзья, всем привет. Ну что я хочу сказать, некоторые боты совсем борзели, они уже, ну, на самом деле, я уже постоянно их в спам отправляю, да. Вот, ну и бот Слава тут мне опять что-то шлет какую-то херню. Админка за 100 рублей, ну, конечно, тебя в спам, дружище. Больше не присылай мне это дерьмо. Бесславная Слава, ну и сейчас тебя еще запретить сообщение, ты заебал уже. А, я удалил сообщение, черт. Ну ладно, хрен с тобой. Запретить сообщение, промазал. Жалко. Ну и ладно. Ну и вообще надо отписаться от этого. Вот, ну короче, некоторые боты, они уже просто оборзели совсем, они шлют постоянно спам какой-то, замучили. Вот, и ну, нужно их, конечно, блокировать. Вот. Ну, особенно те, которые кидают. То, что это не дело. Ну, личные сообщения, это личные сообщения. У меня это как бы мура. Вот это тоже, что он присылает? Вот что ты присылаешь вообще? Зачем? Андрей, искусственный интеллект, Ева, приветствую тебя. Помощь. Ну, это да, это я помощь. Ну а некоторые просто шлют сами по себе, просто берут и шлют. Ну я уже поудалял, я постоянно сразу приходит какая-нибудь фигня, я сразу спам. Ну потому что если я пишу, бот должен отвечать. Если бот не отвечает, ну как бы значит не работает или логика так заложена. Вот. Но если он просто пишет, это мне не нужно, ребят. Ну боты не должны писать сами. Если вы делаете такого бота, который пишет сам, то он достоин спама. Вот. Поэтому, как бы, тут извините, ребят. Либо вы делаете таких ботов, которые не пишут спам, либо их не делаете вообще. Нахрен это нужно? Вы что, издеваетесь, что ли? Ребят, добавляйте в спам сразу, спам, жмите спам. Потому что это уже надоело.